Голуби – одни из самых широко распространенных птиц на Земле. Они встречаются практически в каждой точке земного шара, за исключением самых холодных зон. Увидеть голубя можно не только в дикой природе, но и в черте любого города, просто прогулявшись по улицам. Приветствую вам, дорогие друзья, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о голубе. Голубь был домашним человеком более 5000 лет назад. Существует свыше 300 различных видов этих птиц. Помимо диких голубей существуют и декоративные. Самым древним и самым распространенным считается сизый голубь. У голубей в 3 раза выше скорость восприятия картинки, чем у человека. Птица воспринимает 75 кадров в секунду, а человек только 24. Благодаря особому анатомическому строению глаз, голубь может приближать изображение как в бинокле. Анатомическим же строением объясняется странная голубиная кивающая походка. Движение головой дает возможность птице стабилизировать картинку. Некоторые разновидности этих пернатых перелетные. Голуби легко ориентируются и находят дорогу домой, благодаря их чувствительности к магнитному полю Земли. Голуби необычно пьют воду, опуская клюв в жидкость и подтягивая ее словно через соломинку. Сегодня голуби нередко воспринимаются как маратели из-за того, что они загрязняют своими фекалиями абсолютно все. Но когда-то голубиная гуана была очень ценным ресурсом. В Европе 16-18 веков его считали более мощным удобрением, чем навоз парнокопытных животных. Также голубиная гуана в 16 веке была чуть ли не единственным источником селитры, необходимой для создания пороха. Некоторые виды голубей способны развивать скорость полета до 140 км в час. Голуби, как и многие другие птицы, верные партнеры. Самки и самцы верны друг другу на протяжении всей жизни. У голубей отличная память. Они легко запоминают, где их прикармливали, и будут постоянно собираться в этом месте. Голуби ухаживают за собой, причем весьма тщательно, вычищая из перьев паразитов и загрязнения. Иногда птицы кажутся грязными и взъерошенными, или даже болезненными, но такой вид типичен для периода линьки. Во время его голуби вырывают старые перья, одновременно очищаясь от паразитов. К тому же они регулярно принимают душ в лужах и под дождем. Что касается болезней, птицы действительно являются переносчиками до 60 разновидностей патогенов, однако большинство из них не опасно для людей, а оставшиеся не страшны при отсутствии физического контакта. Мы ни в коем случае не говорим о том, что они полностью безопасны, это не так. Голуби переносят гистоплазмоз, кардидоз, сальмонеллоз и другие болезни. Но точно такие же недуги передаются через помет и других городских или диких птиц. Голуби долгое время использовались как надежный способ передачи корреспонденции и посланий, в том числе и в военные времена. В благодарность за помощь солдатам и мирным людям памятники голубям были установлены в Париже, Лондоне, Брюсселе и Ангарске. Голуби – удивительные птицы, несмотря на то, что многие считают их надоедливыми и вредными, пользу и ум этих пернатых нельзя недооценивать. На этом все. Берегите природу, смотрите другие наши ролики, пишите интересные факты о голубях в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!